я как только глаза его увидела, сразу поняла, он. Я надеюсь, ты спросил, как его зовут? Сережа. Он, кстати, тоже журналистикой увлекается. Даже в одном журнале колонку вел. Ну, правда, под псевдонимом. А сейчас чем он увлекается? Я не знаю. Вроде у него бизнес какой-то. Ой, скажите, а у вас есть такая же, только в полосочку? К сожалению, нет. Слушай, а потом мы с ним на крышу пошли, на звезды смотрели в подзорную трубу. Ну, я же говорю, маньяк. Я надеюсь, ты не оставила телефон? Он его даже не спросил. Ой, смотри, какой бегемотик. Смотри, у него пузик какой. И глазки. Как думаешь, ему понравится? Антонов, успокойся. Купи он ему рубашку или галстук, он счастлив будет. Слушай, точно. Я у него много таких видела. Наверное, любит. Ой, какой лучше, голубой или зеленый? Ну... Вот еще фиолетовый и в полоску. Розовый, по-моему, не очень, да? Такой хороший? Ну, неплохой, неплохой. А сколько он стоит? Одну секунду. 27 тысяч. Отнести на кассу. Большое спасибо, мы пока подумаем, хорошо? Что, балдел, это же вся твоя зарплата. Ну чего, у меня уже почти статья готова про бирюлевского маньяка. Так что гуляем. Извините, пожалуйста, молодой человек, заверните его. Подарочную упаковку? Да. Ой, Антонова, опять влипнешь в какую-нибудь ситуацию? Не завидуй. Сереж. Сережа. Что, твоя домработница? Лена! Итак, вы отдаете бывшей супруге дом в поселке Жуковка, виллу в Малаге, виноградники в Коста-дель-Соль. И яхту. И яхту. Но не хотите отдать вот эту собаку? Это моя собака. Ты что? Что в конце концов происходит? Ты же мне ее подарил. Это моя собака. Ну и что? Она ее мучает. Таскает целыми днями по своим тусовкам. О, ты прикажешь их в четырех стенах держать, да? Как ты меня, варвар. Дура, а? Не оскорбляйся, это моя собака. Что ты ее напялила опять? Какая собака? Господа, пожалуйста. Ты сошел, моя собака, Юрак. Мы так ни в чем не приняли. При собаке не надо орать. Не нужно переходить на оскорбление. Давайте ведите себя как взрослые разумные люди.
Эвелина, ваш муж сейчас пошел на очень значительные уступки при разделе имущества. Вы уверены? Может быть, вы все-таки переподарите ему обратно в знак примирения? Масечку? Да, масечку. Вы что? Как вы мне можете такое предлагать? Вообще, в своем уме, как вы себе представляете, я вот эту свою собачку, это живое существо чудесное, отдам в руки этого варвара. Да никогда! Никогда этого не будет! Это моя собака! Моя что же такое-то, а? Это моя собака! Моя собака! Можно вас на одну минуту? Сними с ними эту грязь с меня! Моя! Я здесь живу! На одну минуту. Будьте добры. Садист. Ну все, масечка моя, иди ко мне, мамочка тебя поцелует. Послушайте, ну зачем вам нужна эта собака? Тебя никто не будет обижать. Из принципа? Да. Понимаешь, она ко мне спать приходит. Мы с этой дурой давно поцелуй в разных спальнях. Мамочку, поцелуй. А Мотя? Мотя, она приходит ко мне, плачет и жалуется. Я никогда мелких шавок не любил, но это, понимаешь, она как родная стала. Я ей спою что-нибудь. За ушком почешу. Она успокаивается и спит. А эта дура, она ее даже кормить забывает. А Мотьке, Мотьке ж диета нужна. Хорошо. Вы сможете занять свою бывшую на пару часиков? Ты что? Скажите, вам нужна ваша собака? Мамочка тебя никому не отдаст, не отдаст. Никому не отдадим тебя, ну котенок. Ну хорошо, и что мне с ней делать? А что вы с ней все эти годы делали? А ты чего? А можно мне булочку с маком? Сейчас, Зай, подожди. 32 рубля, девушка. Ну и чего, Зай? А почему 32, если на ценнике 20 написано? Девушка, за 20 рогалики были, закончились. 32 рубля. Всем привет. Угу. Мне как обычно. Антонова, тебя угостить? Нет. Я понимаю, тебе нужно прийти в себя, пережить неудачный роман. Как узнал? Лен, я акула пера. Информация – это мой хлеб. Спасибо. Пожалуйста. Девушка, возьмите. Потом деньги занесете. Возьмите. Ладно. Спасибо. Эвелина. Да? Нам понадобится еще пару часов, чтобы подготовить все документы. А собаку мы пока отправим на экспертизу. Какая экспертиза? Это не опасно? Не волнуйтесь, я на вашей стороне. Давайте. Конечно. Я вас провожу. Анечка, возьмите вот эту собаку и найдите ей близняшку. А... Да, не забудьте повязать точно такие бантики. А... На все про все у вас 2 часа. Действуйте. Не, ну это все не годится. Это надо переделать. Да-да, хорошо. О чем мечтаем, Антонова? Где обещанный материал? Пожалуйста. Вот статья, вот места нападений, вот интервью выжившей жертвы, а это ее фотография. А вот это фотографии самого маньяка, его эксклюзивное интервью, фас, профиль и то, как он пьет чай на нарах. К нему же никого не подпускают. Никого не пускают? А Лебедева, между прочим, следователь пригласил прямо в следственный изолятор на допрос. Антонова, криминальная журналистика – это джунгли. Здесь курицы не нужны. Здесь нужно иметь железную челюсть и крепкую хватку. Ты понимаешь это? В наличии. Хорошо. Даю тебе последний шанс. Вот. У меня тут есть наводочка из прокуратуры. В городе объявился брачный аферист.
Есть жертвы. Вот их данные. Раскрутишь дело, возьму в штат. Нет, проваливай. Ясно? Ясно. И Лебедеву, между прочим, то оно точно такое же задание. Имей это в виду. Андрей Андреевич, извините, а может... Что, Андрей Андреевич? Я же вам сказал, все переделать. Идите работайте. И что, ничего не заметила? Представьте себе, нет. Вот дура. Это все благодаря Анечке. Вот, иди держите ко мне, мое сокровище, снимай с себя эту гадость. Так один помет. В клубе сразу собачку признали, вывели на хозяев. А там уже дело техники. Ну что, благодарю за отличную работу. Обращайтесь. Всего доброго. Ваш гонорар я удваиваю. Спасибо. Кэш или счет? Как вам удобнее. Поздравляю вас. Счастливо. Вы психи, а? Ладно, с этими справились. Да. Андрюх, как не прискорбно тебе об этом сообщать, но пора на Голгофу. Что, она уже здесь? Они. Твоя супруга без адвоката сюда больше не приходит. В переговорной ждут. Идем. Познакомься, пожалуйста, подпишите на каждой странице. А это что? Мировое соглашение. Там полный список всего имущества, которое перейдет к моей клиентке после развода. Могу я поговорить со своей женой наедине? Ну, ты не торопись, доведем дело до суда, он никогда столько не получит. Ну, чего тебе не хватало? Акции, ценных бумаг, драгоценных металлов. Все только ради этого. И никакой любви. Я думала, что я выхожу замуж за хищника, который всех порвет, на своего добьется. Я думала, что ты особенный. А ты такой же, как все. Ты суслик. Знаешь, такой маленький, трусливый суслик. Ты знаешь, я все думал, как из той девушки. Такой нежный, такой внимательный, любящий. С которой я думал, что мы все преодолеем. Ты превратилась в циничную стерву. А сейчас я понял, ты всегда была такой. Но только, наверное, притворялась. Да ничего ты не понял. Я другого люблю, чтоб ты знал. И ты ему в подметке не годишься. Пойдем. Стресс вообще лечит три вещи. Работа, водка и бабы. С работой, как я понимаю, на сегодня все. С бабами тоже. Остается водка. Merci, my friend. Goodbye. Goodbye. Что это вообще за тусовка? Да не знаю, Лешек собрался. Или Толик. Да какая разница? Давай Антону по коктейльчику. Будешь? Роб, сделай, пожалуйста, два мексиканца. Сейчас сделаю. Ну, рассказывай, что за проблема? Ромео лажанулся. Марго, я вообще такая дура. Приперлась я к нему с этим галстуком. Но? А у него какая-то тетка в постели. Еще и домработница меня назвала. Ужас. Да давай на него Лешку натравим. Или Толику скажем. Говори номер. Слушай, не надо, Марго.
Одолжи мне лучше до зарплаты. Да пожалуйста. Вот, Лешек на шопинг дал. Слушай, ну как-то неудобно. Успокойся. Код легкий, 8 марта, 0308. Ну ладно, спасибо. Я отдам. У меня такой сюжет наклевывается. Это что? Не что, это кто? Это психоаналитик. Гений, клянусь. Андрюх, клянусь. Он меня из руин поднял, когда мы с Ликой Паншу сбежались. А тут и, не дай бог, сопьешься. Хорошо. Страшно смотреть. Ой, все. Я пойду, все. Давай. Я пойду, мне хватит. Пока. Будь здоров. Официант! Они уже фату примеряют, а он исчезает. Деньги, драгоценности, все берет. Если вытащу эту тему, возьмут штат. Марго, слушай, ну ты везде тусуешься. Понаблюдай, вдруг увидишь кого странного. Слушай, смотри, вот какая рожа. Вон. Антонова, ты на своей работе скоро с ума сойдешь. Это ж мой Лешек. Сейчас приду. Да? Спасибо. Ну, извините, пожалуйста. Извините. Ну, я же помочь хочу. Просто. А все же все одинаковые. Давай двойную текилу. Ну давайте. Света, я снял, и теперь я здесь живу. Да. Понял. Ой, вы меня извините, я Вениамин, я сосед ваш сверху. Ну, Андрей, очень приятно. Очень приятно. Ну, Саша, извините, Андрей. Да, ничего. Видите ли, в чем дело? Я хотел у Светланы сотни разжиться. Душа просит. А вы уже смотрю. Нет, это я еще вчера просто. А, я понимаю. Простите меня. Да что вы. Андрей, простите. Вениамин, одну секунду. Возьмите вот по-соседски. Верну обязательно. Конечно. А мне его не нужна? Что, простите? Автомобиль Нива. Рыбалка, природа. Знаете, я рыбалку не очень люблю. Зря. Рыбалка – это свобода. Верну обязательно. Спасибо вам. Алло! Да, добрый день, Линда Альбертовна. Следователь из прокуратуры вас беспокоит. По поводу вашего кавалера Николая. Алло? Ну, все понятно, да. Наташ? Да. Ты милиции боишься? А кто? А Линда Альбертовна не боится. Добрый день. Полина, здравствуйте. Это вас беспокоит из магазина косметики. Алло, Татьяна Степановна, здравствуйте. Зоя Константиновна вас беспокоит из открытого общества феминисток. Мы проводим конкурс на лучшую женскую историю в под... Алло! Здравствуйте! Да, я вам звонил. Нет, мы не знакомы. Да, я вас понял, спасибо. Так, сейчас.
Лена, простите, так, пишу. Николя, несомненно, был незаурядной личностью. Собственно, иначе он не был бы мне интересен. Он очень тонко чувствовал музыку, поэзию. Мы могли часами говорить с ним о фильмах Фассбендера. Один раз в бассейне мерзавец такой предложил мне на перегонки до бортика доплыть. Когда я обогнала его на 4 метра, он мне признался в любви. А как вы познакомились? По интернету написала, что я бизнес-вумен. Кому воспитательницы-то нужны? У меня первого мужа, царство ему небесное, осталась однокомнатная квартира. А второго, пусть земля ему будет пухом, двухкомнатная. А он стал уговаривать. Говорит, давай, мол, продадим. Денег добавим, квартиру купим. Как-то приезжаю туда, а там другие люди. Квартира продана. Может быть, вам покажется это странным, но я ему очень благодарна. Мне бы только глаза бы его бесстыжие еще раз заглянуть. А как вы можете его описать? А что? А описать его. А, его? Ну как можно описать греческого бога? Он красив, силен, широк душою. В плечах косая сажень. Ну, это, конечно, уже про русских богатырей, но все же. Вообще, за что она так? Я что-то не так делал. Может быть, надо было больше работать. Все вокруг врут. Все, абсолютно все. Я думал, с близкими можно быть открытым. Нужно было быть. Я теперь вообще не верю, есть ли это настоящая любовь. Возможно ли, чтобы человек вот так просто бескорыстно полюбил? На этот счет вы не беспокойтесь. Как говорится, любовь зла, полюбишь и... Спасибо, очень приятно это слышать. Ну что ж, вы попейте валерьяночки по 2 таблеточки 3 раза в день. Можете в виде настойки. А сейчас, извините, мне некогда. Я оплатил часовой сеанс. А прошло 5 минут. Ваша консультация стоит $300. И за эти деньги вы даете мне понять, что я козел, и предлагаете валерьянку попить? А я думал, что вы так и будете разыгрывать из себя малютку, которого злые тетеньки в лесу бросили. А у вас характер есть. Ну ладно, садитесь. Садитесь, будем решать ваши проблемы. Аферист просто хамелеон какой-то. Подстраивается под любую женщину. Полностью меняет образ. Ну что, совсем ничего общего? Только усы. Видимо, для него это что-то символическое. Ну, хоть какая-то зацепка. А где он этих дур-то находит? В интернете. Вот что самое интересное, первое свидание он всегда назначает в кафе на Никольской. Ну вот, а ты говоришь, ни одной зацепки. Ну да, точно. Ну что ж, я думаю, что небольшой спектакль с переодеванием поможет вам раскрепоститься. Ведь это уже будете не вы, а кто-то другой. Ну да. Можете даже грим использовать. О, хорошо. Вы знаете, я участвовал в школьной самодеятельности, у меня даже усы остались. Накладные. Ну, все замечательно. Чем дальше от своего привычного образа, тем лучше. Но помните, что это всего лишь роль. Спасибо. Thank you.
Здорово, Вениамин. Ты Ниву не продал? Нет. Я беру. Рукам? Ну, здорово. А у вас хороший, дорогой парфюм. Я об этом не подумал. Что вы говорите, я не слышу. Видите ли, я на этом сайте совсем недавно. Это моя первая встреча, вот. Но вы знаете, мне очень нравится, что вы психолог. Это многое упрощает, не правда ли? Это мудро. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Барышня, цветы надо поставить в воду. Я надеюсь, у вас есть ваза? Да-да, я. Спасибо. Я сейчас. Смешные люди, не напомнишь, ничего не сделают сами, да? Да. А, может быть, вы что-нибудь выпьете шампанского? Пока только минеральную воду. Позвольте мне, как психологу, взять инициативу в свои руки. Давайте-ка проведем тест. Вот вам бумага и ручка. Какой тест? Я думал, поужинаем, ну, пообщаемся. Поверьте мне, тест облегчит наше взаимопонимание. Нарисуйте животное, которого нет в природе, отпустите свою фантазию и назовите его как-нибудь. Смелей. Вы знаете, я очень плохо рисую. Извините. Это не важно. А вот то, что вы увиливаете от задания, это нехорошо и о многом говорит. Ну, хорошо, я попробую. Так. Не знаю, как-то... Да там миллион мужиков с усами. Целый день по кафешкам таскаешь. От кофе уж тошнит. Хорошо, да, давай. Ага, пока. Здрасте. Здравствуйте. Скажите, а может быть, вы видели здесь этого мужчину? Скорее всего, он приходил с девушкой или с женщиной. Ну, так с девушкой или с женщиной? Очень остроумно. Так видели или нет? Алла, да. Вы простите меня, пожалуйста. Пожалуйста. Мне позвонить нужно. Буквально одну минуту. Конечно. Простите, я Конечно. Просто... Да звоните, звоните, ага. Пожалуйста. Алло, Игорь, слушай. Позвони мне, пожалуйста, через 2 минуты и скажи, что оврал на работе, ладно? Давай, давай, я жду. Давай. Ой, простите, извините, ради бога, я не хотел просто так вот. Ну, простите, извините. Да. Пожалуйста. Ой. Это вы, что ли, опять? Я. Ну, извините. Алло. Игорь, ну ты все понял? Давай, звони, жду через 2 минуты. Пожалуйста. Вас никто не учил, что надо стебли подрезать? Или у вас ножа нет? Я сейчас все сделаю.
Ну что, как вам мой рисунок? И как вы его назвали? Хрюндель. Какое банальное мышление. Вы нерешительны, не уверены в себе, об этом говорят ноги. Ноги? Ноги. На картинке ноги, если это можно так назвать. А, я понял. Ну, полное отсутствие фантазии. Фрустрация, тревожные состояния. Как следствие. Проблемы в интимной сфере. Да-да. Зато у вас очень, очень высокий интеллект. Да. Простите, у меня... Я отвечу. Конечно, ответьте. Алло! Что? Да, я буду минут через 40. Простите меня, пожалуйста, у меня просто огромные проблемы на работе. А вы оставайтесь, ну, посидите, разумеется, за мой счет. Я вам потом как-нибудь перезвоню. Всего доброго, до свидания, извините. Ой, лучше бы я была дурой. Насколько легче было бы жить. Андрюха, как здорово, что ты здесь. Привет. Здорово. Разговор есть. Что случилось? Цирк с конями. Лерка хочет оттяпать у нас фирму. Что за бред? Это не бред. Якобы за время вашей совместной жизни ты утаил часть доходов. И по вновь открывшимся обстоятельствам... Откуда такая информация? Какая разница? Кто-то слил за скромное вознаграждение. Что делать будем? Да я не знаю. В смысле? Слушай, да какая разница? Да будь что будет. Ты офигел? Это как же получается? Это значит, это 8 лет. Мы здесь горбатили, значит, создавали все это. И в один день подарить какой-то Лере, с которой ты уже даже не живешь, так? Хорошо. Что ты предлагаешь? Срочно. Все переоформить на меня. Ну, хорошо. Ты готовь документы, а я все подпишу. А ты с чего взяла, что это он? Да потому что я видела его в ресторане на твоем корпоративе, помнишь? Так вот, он был без усов. И часы его стоят, как весь этот спа-салон. И тут на тебе, в стареньком свитере, в джинсах, и усы волшебным образом выросли. Ну да, странно. Мужикам же всегда хочется казаться богаче. Марго, слушай, помнишь, один из твоих ухажеров работал раньше в полиции? Ну. Так вот, можешь по этому номеру пробить, кто хозяин машины? Не, не буду ему звонить. Марго. Я не буду ему звонить, я не хочу ему звонить. Ну, пожалуйста, фу, не хочу. Марго, не ну, пожалуйста, хочу. Пожалуйста, пожалуйста, я тебя люблю. Извини, ну, пожалуйста. Но я не буду ему звонить. Фу, не хочу. Антонова! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, только ради тебя. Простите, пожалуйста, это мой столик. Андрюша! Да, мы что, с вами знакомы? Ой, да как сказать. Да вы садитесь, не бойтесь. Вы меня простите, но у меня здесь назначена встреча. Так со мной и встреча. Это же я вам писала. Узнаешь? Узнаю. Это Олеся. Ну да. Олеська. Дочка моя. А меня Тамарой Максимовной зовут. Да. Будем приятно знакомы. А ты на меня зла не держи. Ну, конечно. Да ты не волнуйся. Ты сантехник? Сантехник. Вот и хорошо.
А у нас сантехники в совхозе нужны. Зарплата у нас хорошая. На квартиру мы твою не претендуем. Не волнуйся, не волнуйся. Огород у меня большой. Дом тоже большой. Корова есть, порося, куры. Не волнуйся. А дочка-то красавица, а? Вот вы знаете Караваджо? А он не знает. Он не знает, он не знает даже о существовании эпохи Ренессанса. Все, я говорю, мы расстаемся. Мы расстаемся, потому что... Алло? Фасенька, я бегу к тебе, да? Вы пейте кофе, здесь очень вкусный кофе. Ну, может, не будем здесь засиживаться? А то у меня муж в 11 приходит. Какой муж? Ну, привет. Здравствуйте. Ты что ли сантехник? Андрей. Здравствуйте. Я Вика. Я Андрей. Присаживайтесь, прошу вас. Спасибо. Я очень рад нашему знакомству. Мне тоже очень приятно с вами познакомиться. Андрей, расскажите, пожалуйста, о своей работе. Водопроводчик, это же так ответственно. Наверное, и в подвалах бывать приходится. Да. Я могу предложить вам вещи, которые вам просто необходимы. Ваша жизнь изменится, вы почувствуете себя лучше, вы перестанете болеть, вы почувствуете бодрость, прилив сил, энергию. Да, я согласен. Так вот, вам необходимы утепленные стельки, термобелье. Вот, возьмите. И уникальное, разработанное по новейшим японским технологиям, электрическое одеяло. Оно, правда, уникальное. Вы нигде больше такого не купите. А здесь, смотрите, натуральный мех, электрические пластины подогревающие, а самое главное, массажный эффект. Вы примерьте, примерьте, не стесняйтесь. Спасибо. Сейчас. Алло? Что? Да-да, конечно, уже бегу. Сейчас я буду. Андрей, извините, пожалуйста, меня срочно на работу вызывают. Я очень рада нашему знакомству. С вас 7800. Это с 10% скидкой. А, да, конечно. Секунду. Вот сдачи не надо. А, спасибо. Пожалуйста. Созвонимся, Андрей. Пока. Что-нибудь еще? Мила, пожалуйста, возьмите вот это вот. Подарите кому-нибудь. Спасибо. Да не расстраивайтесь вы. Вам обязательно встретится хорошая девушка. Я со своим мужем, знаете, как познакомилась? Извините, Мила.
Богатый материал. А ты чего кислая? Нет прямых доказательств. Я ждала, что он закрутит с кем-нибудь роман. Я бы завербовала его тетку, и вместе мы бы вывели Усатого на чистую воду. Он, сволочь такая, больше одного раза ни с кем не встречается. Почему ума не приложу? Антонова, ну ты посмотри на это. На что тут разводить-то? Понятно, его богатенький интересует. Угу. Ну не могу я ждать. У меня уже вчера главный редактор спрашивал, что у меня с аферистом. Намекнул, что у Лебедева кое-что есть. А не надо ждать. Надо брать все в свои руки. Ты сама его охмуришь. Я? Угу. Ну да. Репортаж из первых уст. Но, правда, надо над образом немного поработать. Давай за руль. Марго, что ты задумала? Ну, какая же ты бизнес-леди без машины. Да я права 100 лет назад получила и водить толком не могу. Да у меня вообще прав нет. Это же автомат, разберешься. Давай, давай, смелее. А если я ее поцарапаю? Успокойся, мне Лешек новую купит. Или Толик. Господи, тут меня нашла. Ты документы, что ли, какие-то принесла? Давай быстрее, потому что у меня сейчас встреча. Я не с документами. Так, а что? Андрей Андреевич, простите меня, это я вам писала. Вы мне назначили. Что я тебе назначил? Ань, ты... с тобой вообще все в порядке? Я Анжела. Ну, с которой вы на сайте знакомств переписывались. А фотографию я из журнала скопировала. Нет, это нормально? То есть вот это нормально, так шефа разыграть? Андрей Андреевич. Что? Андрей Андреевич, вы меня простите, пожалуйста. Просто, понимаете, вы все на меня внимания никакого не обращали. А тут я вашу фотографию увидела на сайте знакомств. У меня прям в груди похолодело, понимаете? Что-нибудь закажем? Давайте девушке что-нибудь горячительное, а то у нее в груди похолодело. Коньячку? Мне все равно. Я уже выпила для храбрости. Так, давайте какой-нибудь салат вкусный и эту нарезку какую-нибудь. Угу. И коньяк. И коньяк. Хорошо. Да? Алло, Антонова, привет! Записывай данные своего маньяка. Ага. Ковалев Леонид Кузьмич, 58-го года рождения, Артюхова, 8, квартира 150. Ага. Ладно, все, пока. Давай, пока, в пробке.
Ковалев Вениамин Кузьмич. Угу. Здравствуйте. Вас приветствует гендерно-социологическая служба. Проводим опрос населения. Ваш голос очень важен для нас. Если вы ответите правильно на мои вопросы... Получите приз. Заходи. Правда, мы вас очень любим, честное слово. Вы удивительная женщина. Вы красивая. Вы очень красивая, честное слово. Вы забудьте, я вам наговорила всякое. Ничего, ничего. Это, конечно, присаживайтесь. Правда. Аккуратнее. Садись. Аккуратнее. Андрей Андреевич, да. Приглядитесь к вашему заместителю. Игорь Валентинович, он что-то крутит нам за вашей спиной, пока вы тут это... Девушка через час должна быть дома. Я позвоню и проверю. Да-да, конечно. Аккуратнее. Аккуратненько. Ножка застряла. Вот так. Послушайте, девушка, можно как-то поаккуратнее? Это снова вы. Извините, я первый день за рулем. Только сегодня машину купила. Угу. Права тоже сегодня купили? Я сама сдавала. Подруга сказала, что я отлично вожу. Ясно. Подруга тоже сама сдавала. Что? Ладно, девушка, пустите меня за руль, и я выехать вам помогу. Не надо, я сама справлю. Слушайте, вы попросите своего спонсора, чтобы он вам оплатил несколько занятий по вождению, для того, чтобы вы научились трогаться и парковаться нормально. Спонсора? Хам! Вляпался, а? Марго, я все испортила. Да, он подошел ко мне, я на него накричала. Я сказала, что он хам. Ну, он сказал, что у меня спонсор есть, что я водить не умею, что ты водить. Девушка. Сейчас, подожди. Девушка, извините, я погорячился. Угу. Я могу как-то загладить свою вину. Могу вас пригласить поужинать вместе. Здесь недалеко. Согласны? Да. Вот и отлично, жду вас. Марго, я перезвоню. Пожалуйста, ваш десерт. Приятного аппетита. Почему вы молчите? Вы расскажите что-нибудь о себе. Чем занимаетесь? Я сантехник. А. Но это временно. А вы чем занимаетесь? У меня... достаточно крупная сеть дорогих парикмахерских. Mm. Она ориентирована на VIP-клиентов. У меня работают только мастера, само собой, высшего класса. По сути, я себе ни в чем не отказываю. Наверное, тяжело одной. Mm? А у вас какая форма юрлица? Mm. Упрощенка или ИП? А, вы сами ведете бухгалтерию? Ну, это ж так хлопотно. Подождите, а? А почему?
Почему это интересует сантехника? А у меня есть мечта. Ага. Да, открыть свой бизнес. Да вы что? И что это за бизнес? Маленькая адвокатская контора. О, а вы знаете, что для этого нужно? Образование, первоначальный капитал. Лен. Да? А давайте мы не будем говорить о капитале, о работе. Давайте поговорим о вас. Хорошо, ладно. Вот вы что любите? Я? Угу. Вообще что люблю, да? Вы знаете, в людях я больше всего ценю честность. Угу. А вы? И я тоже. А ненавижу, знаете что? Что? Ненавижу, когда человек выдает себя за другого. Когда живешь с человеком и думаешь, что он тебе родной. Что он тебя любит. И что вы будете так вместе до скончания дней. Да, потом раз, и оказывается, что все это была фикция. Да, или хуже того, что он жил с тобой ради денег. Вот, да. А вы, похоже, бывали, да, в подобной ситуации? Я бывал в такой ситуации. А вы скажите, снимите груз души, может, вам легче станет. А? Ну? У вас куртка есть? В смысле, какая куртка? Обычная куртка. Зачем вам моя куртка? Оденьте ее завтра. А что будет завтра? Завтра будет сюрприз. Ну, хорошо. Вейка. У меня созрел тост. Я хочу поднять этот бокал своего нового друга Прохора. Вей, человека остроумнейшего. Вейка, перестань. Широкой души, с которым свела меня сама судьба. Вейка, тихо. Тихо. Да. Тише. Да. Алло, Сергей Сергеевич, здравствуйте. Я пока пельмени пойду поставлю. Класс. Тихо. Алло, Сергей Сергеевич. Да, Сергей Сергеевич, я здесь работаю, сижу. Да я к 7 утра материал, как штырь будет. Деду. Вейка! Прошу. Вей, ты женат? Прошу, только никому. Я, Веня, я ж могила. Вениамин, это что? Горячая сковородка. Это супер. Галина, жена моя, сквернейшая женщина, сбежала от меня с одним электриком. Куда? В Анапу. Я даже пить бросил. От счастья. Целых 3 дня ни капли. Вейка, я не сдал. Веря. Я не сдал, Велька. Прошу. Витька. Зато у меня теперь такая женщина, которая все мне дает и ничего не требует взамен. Подожди. Так ты меня с ней познакомь. С удовольствием. Это кто? Афродита. Симпатичная женщина. Богиня. Роша.
Ты понимаешь, я чувствую, что она водит меня за нос. Только я не понимаю, зачем ей это нужно? Да все бабы так поступают. Нет, нет, ты пойми, она удивительная, она особенная, потому что... Ну подожди, стой, нам сейчас самое главное, чтобы твоя бывшая не оттяпала у нас фирму. Я подготовил документы о перерегистрации, вот возьми, подпиши, не забудь, пожалуйста. Я обязательно подпишу, ты пойми, в ней есть нечто особенное, загадка какая-то, и я обязательно ее разгадаю. Так, ты на свадьбу-то позовешь? После того, как ты у меня фирму оттяпал? Да я шучу, пойдем. Слушай, Марго, это Андрей такой тип скользкий оказался. Такие глаза вроде милые. Даже не скажу, что аферист. Может, он и вправду сантехник? Как думаешь, мне это пойдет? Антонова, ты влюбилась, что ли? Ты что, с ума сошла? Антонова влюбилась, Антонова влюбилась. Дурочка ты! Антонова влюбилась, Антонова влюбилась. Привет, моя зайка. Все прошло как по маслу. Да, документы он взял. Сказал, что подпишет. За сегодня все успею. Целую тебя, милая. Давай. Привет. Привет. Слушай, у тебя какой размер? Размер чего? Обуви, конечно. 37-й, а что? Ну, здорово, я угадал. Пойдем скорее. Куда? Пойдем. Далеко? Да нет, вот сюда. Рюкзак держи. Давай, давай, давай. Ты что, совсем кататься не умеешь? Совсем? Ну, чего? Я научусь. Ну, давай, я тебе помогу, давай. Смотри на меня, кто-то смотришь, смотри. Прямо на гостях Тимэй. Андрей! Огромное. Дуб, наверное. Ну, поднимаю голову вверх. Понимаю, что ветви в небо упираются. Ну, я как дурак стоял, смотрел. Мама меня еле из парка утащила. Теперь ты. А я... Помню, лежу в кровати, свет выключен, я смотрю на тень на потолке и слышу, как за стенкой мама с папой ругаются. С тех пор я все время слышала, как они ссорятся. Ну, пока не уехала от них в 17 лет. А ты не похожа на бизнес-вумен? Почему? Глаза у них холодные, циничные. А у тебя они другие. Да ты замерзла совсем. Поехали погреемся куда-нибудь. Поехали. Хорошо. К тебе? Ко мне? А что? Слушай, а давай лучше к тебе? Ко мне. Угу. Поехали. Thank you.
Ну вот, приехали. Послушай, а я сейчас это... Можешь мне минутку подождать? Угу. Я гляну, что там и как. Ладно. Алло, привет, Марго. Мы к нему приехали. Вениамин. 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 Андрюша. Здравствуйте. Добрый вечер. Мне нужна ваша квартира на сегодняшний вечер. Вы не могли бы переночевать в моей квартире? С удовольствием. Только вот мой друг, Прохор, вряд ли захочет куда-то идти. Прохора беру на себя. А что мне было делать? Он ко мне собирался. Ну и что бы я ему показала? Съемную квартиру. Прошу. Заходи и чувствуй себя как дома. Спасибо. Давай помогу. Ага. Ой. Ну, не стесняйся. Красивые. Ага. Это твои? Ну, да, когда свободное время есть, дурака валяю. О, музыка. Романтичная, да? Да. Ну, располагайся. Андрей, а скажи честно, это твоя квартира? Нет. А где твоя? Свою квартиру я отдал жене. Ну, бывшей жене. Ты отдал квартиру своей бывшей жене? Что такого? Да нет, ничего. Не, ну просто встречаются гады, которые у женщин последнее забирают. А ты такой благородный. Да я нормальный. Располагайся, я сделаю чай. Соседи. Ага. Ну вот, вода закипела. Сейчас будем чай пить. Угу. Ой, извини, я... Да что ж это? Прости, прости, пожалуйста. Прости. Извини, я не знал, что там пельмени. Извини, пожалуйста. Ты как? Не обожглась? Да, я... Ты удивительная. Правда. Ты знаешь, я когда тебя увидел в первый раз,
ну, в баре. Я с тех пор все время, знаешь, когда говорят что-то внутри. Ты знаешь, просто я не думал, что, ну, перевернулось прям все. Сейчас посмотрю. Давай. Что там? Андрей! Кран сорвало. Ага. Боже, ну сделай что-нибудь, ты же сантехник. Там, ну... Да, я сантехник, сейчас. Андрей, только осторожнее. Полотенце там, вода горячая, ну... Сейчас, сейчас, я все починю. Андрюш... Сейчас, Лен, сейчас. Ну, давай, рассказывай, что у вас там случилось. Представляешь, у него в квартире прорвало трубу. Какую трубу? Ну, не знаю, или кран. В общем, были все мокрые, а потом мы пили чай с пельменями. Подожди, он замуж тебе предлагал? Ну, пока не предлагал. Слушай, а может, я не в его вкусе? Лена, очнись, он же аферист. Он только деньги любит. А тебе не предлагает замуж, потому что не уверен, достаточно ли ты богата. Слушай, точно. Он мне говорил, что я не очень похожа на бизнес-вумен. Вот. Поэтому надо ему доказать. И как мы ему докажем? А ты пригласи его к себе. Марго, куда? В съемную квартиру? Ну, почему в съемную? Я могу тебе дать ключи от Лешиного загородного дома. Он в командировку уехал. Здравствуйте. Добрый день. Я вижу, у вас все в порядке? Да. Больше женщинам мстить не собираетесь? Да за что? Честно говоря, забавная эта история с маскарадом. Я успокоился. Теперь буду искать подходящий вариант для налаживания нормальных отношений. Что у вас с работой? Да нормально. Честно говоря, мне сейчас не до этого. Это вы напрасно, батенька. Да не волнуйтесь, доктор. У меня все в порядке. Венька! Венька! Прошу. Вин. Мы где? Дома. У кого? Мне. Супер! Не так сделаю, а? Бар справа от камина. Камин. А камин где? Марго, а если я что-нибудь разобью? Пришел. Пришел. Куда? Так, надо нажать красную кнопку. Здрасте! А это кто? Лена, это я. Ага, заходите!
Да я с удовольствием, только я через стенты проходить не умею. А, закрыто. Сейчас будет открыто. Так. Так, спокойно. Господи, Паша, побавила. Спасибо. Пожалуйста. Угу. Арсенал Камин. Лена! Да? Андрей, вы проходите пока, располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Да-да, конечно. Камин справа от камина бар. Бар, вы там выпейте что-нибудь, попейте. Спасибо. Алексей Емельевич, добрый день. Это Андрей, адвокат. Да-да-да, помните, я защищал ваши интересы при разделе имущества. У меня к вам немного странный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот дом в Подмосковье, который достался вам при разделе имущества, скажите, вы никому его не продавали? Нет. Да, спасибо. Спасибо, всего доброго. Привет. Привет. Ну вот. Лен, скажи, а это твой дом? А что, не похоже? Лен, я тебе должен признаться, я никакой не сантехник, я адвокат. У меня свой бизнес, своя адвокатская контора. Теперь ты. А что я? Скажи мне правду. Какую правду? Что это не твой дом, машина не твоя, это платье, ты в нем очень красиво, правда, но платье тоже не твое. Что тебе от меня нужно? Правду. Захочешь поговорить откровенно, позвони.
Андрюша, извините, пожалуйста, у вас случайно не найдется что-нибудь от белой горячки? Что? Понимаете, в чем дело? К моему другу Прохору белочка прискакала. Он принимает меня за брачного афериста, требует признаний. Ну, признать, что это сложно, что ли? Пусть успокоится. А проспится, сам все забудет. Да, это мысль, да. Привет. Принес? Принес. Давай. Перестань, давай, давай. Нетерпеливая какая. Все точно? Как в аптеке. Это хорошо. Я даже удивился, как все быстро и гладко прошло. Андрюха с его светлой головой. Не знаю. Знаешь, когда сердце разбито, голова особенно не работает. Я очень рад, что мы теперь будем вместе. Кто это мы? Ты и я. Ну, перестань, Игорь, ну что ты опять? У нас же был раз, два, три. Договор был. Ты получаешь компанию, я получаю свою долю, и все, разбегаемся. Ха-ха. Ты серьезно? Абсолютно серьезно. Ну, а что? Чего ты так расстраиваешься? Фирма теперь только твоя. Угу. А ты? А я... Я выхожу замуж и улетаю в свадебное путешествие. Ага. Дай мне номер телефона своего будущего мужа. Зачем? Ему потребуется адвокат. Ты же его оставишь без штанов. Давай, давай. Может быть, я оставлю потом. А сейчас я по-честному. Пока. По-честному. Привет. Все в порядке. Деньги у меня. И я соскучилась. Да, давай встретимся, но сегодня не могу. Давай завтра. А, да, во сколько? Хорошо. Я тебя люблю. Марго, я вчера весь вечер думала, может, это и правда не он. Может быть, он действительно адвокат? А чего ты гадаешь-то? Покажи его фотографию теткам, и они тебе скажут, он это или не он. Слушай, точно. Вот я дура. Вот теперь звони ему, извиняйся. И больше раскаяния мужики на это клюют. Андрей Андреевич, где же вы были все эти дни? У нас тут такое творится, вы себе не представляете. Игорь теперь владеет фирмой. Он уже свои порядки заводит и
Вы знаете, такое ощущение, что они с вашей бывшей женой в сговоре. Извините. Да. Да, Лен, да. Да, конечно, я могу. Прямо сейчас? Да, бегу. Андрей Андреевич. Простите, все не так плохо. Я с вами переговорю, просто сейчас нужно бежать. Привет. Привет. Принесла? Принесла. Умница. Завтра оформляем сделку, а уже в пятницу летим на наш остров. И что, он правда так красив? Там пахнет кипарисом. Там поют птицы, шумит прибой. Даже не верится, что это не сон. Вся наша жизнь — это сон, милая. Была бы любовь. Добрый день. Ваш кофе. Так вот, на кого вы все время смотрите? Ни на кого, на что. На свое прошлое. Что самое удивительное, я абсолютно спокоен. Приятного аппетита. Спасибо. Тихо. Вон тот столик, видите? О, боже мой. Это он, подонок. Тихо, спокойно. Я пойду первой. Вы за мной. Угу. Главное, ждите моего сигнала. Вы не волнуйтесь. О, да. Никакого скандала. Нет. Перекинемся парой слов с другом юности и все. А какой сигнал-то? Ну, я придумаю что-нибудь. Ну, что вы, так детективно. Сиди. А куда она села-то? Это ее сотрудник. Привет. И тебе привет. Ты прости меня, я тогда был неправ. Я же сразу понял, что это не твой дом. А ты молчишь, ну и я так грубо себя повел. Угу. Вот. Да ты расслабься. Можешь больше не притворяться. Я все равно уже знаю, что ты брачный аферист. Что? Смейся. Лен, да ты что, ну? Ну какой аферист? А это кто? Лен, что за цирк ты устраиваешь? Добрый вечер. Здравствуйте. Привет. Здрасте. Здрасте. Николя. Какая встреча? Простите, а вы кто? Сейчас он будет убеждать эту дурочку, что он нас не знает. Михаил, за что ты так с нами? Жорж, а это кто? А я понятия не имею. Наш общий знакомый, деточка, очень любит деньги. Да. И очень не любит жениться. Хотя и обещает регулярно и многим. Не правда ли, Джордж? Нет, неправда. Это клевета, тут все подстроено. Ну, здравствуй. Сережа. Боже мой, какой чудный вечер. Это что у нас? Встреча одноклассников? Что происходит, Джордж? Ты мне можешь объяснить в конце концов? А это что? Что это? Ты смотрите! Ничего страшного. Извините.
Все эти женщины. Куда? А кто эта брюнетка? Да это моя бывшая жена. Идиотки! А этот кучерявый хмырь, за которым мы гонимся? Мой бывший жених. Нормально. Красиво летят. Обещай мне больше не врать. Говорить правду, только правду. И ничего, кроме правды. Клянусь. Здрасте. Добрый день, Петь. Здрасте. Привет, Галина. Стоп! Что происходит? У вас гости из налоговой инспекции. Так что не переживайте, скучно вам не будет. А... Не понял. Пройдемте. Пройдемте.
Я обещал ценный материал, сенсацию. Это что? Что это? Я тебе сколько раз говорил, прекращай пить! Все, ты уволен! Последнюю свою жертву я встретил в бане. Потом она неоднократно являлась ко мне во сне. И в результате я выплеснул свою страсть на холст в виде Афродиты.